Казахстане отключат вещание российских телеканалов. И это прям супер. Это прям супер, друзья мои. Приветствую вас. С вами Сула. И вы на канале «Казахстан сегодня». Сейчас мы поговорим, какие каналы и какой провайдер отключает. Но, по крайней мере, он объявил об этом на своем сайте. Начинаем. Итак, друзья, как сообщает официально, так, один из крупнейших поставщиков телевизионных услуг в Казахстане, компания Билайн, с 5 октября прекращает ретрансляцию российских информационных телеканалов. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщается на официальном сайте провайдера. Да, извиняюсь, информация запоздалая, но есть что мне сказать, друзья. Итак, далее цитата с сайта. С 5 октября 2022 года на ТВ «Интернет дома» и в сервисе BTV прекращается трансляция каналов «Дом кино», «Победа», потом вот это «О» или «0», не знаю, «Первый канал СНГ», «НТВ Мир», «Карусель Интернешнл», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время», «Далеко и близко», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино», «Премиум HD» и «Бобер», а также «Россия культура», скорее всего. Говорится в сообщении на сайте провайдера. Вместо перечисленных каналов пользователям предлагается «Еврокино», «Любимое кино», «IHD Music» и «Еда премиум HD». При этом в вещательной сетке остаются «Deutsche Welle», «BBC» и «CNN». Между тем, согласно сообщениям некоторых телеграм-каналов, в ближайшем будущем от российских телевизионного контента откажутся и другие операторы. Почему? Да, для кого-то это сейчас будет прям, наверное, шоком или что-то в этом роде, да, друзья? Но сейчас мне бы хотелось с вами поделиться небольшим видеоматериалом, который я взял в одной из социальных сетей. И вы посмотрите, ну, какой там творится в этом плане беспредел. Это просто чистейший беспредел. Смотрим. В воскресном вечере с Владимиром Соловьевым показали фото с визита польского премьера Матеуша Моровецкого в Украину. Вот фото покажите мне, пожалуйста, когда он с одной стороны вот страшно переживает по поводу Моровецкий. Резни, да, то есть вот Волынская Моровецкий. Резня, а потом кланяется перед Бандерой, который является впрямую виновным в этой резне. Ну, так что, что уж говорить. Вот только фото, показанное в эфире Соловьева, является обычным коллажем. Расскажем его рецепт. Вот фото из официального сообщения о возложении цветов перед памятником жертвам Голодомора. Отсюда вырезали изображение премьера Польши. Перевернули и наложили на фото памятника Бандере в Козьевке, Тернопольской области. Так что за фейк о Моровецком и памятнике Бандере вручаем Владимиру Соловьеву премию Пиноккио. Ну вот так вот. Доблестный, добродетельный, мужественный лгун. Он просто врет. Соловей врет. Соловьиный помет. Вся его программа рассчитана. Вот теперь вы понимаете, насколько они погрязли во лжи своему народу, российскому человеку. Насколько они отравляют его мозг просто неприкрытой ложью. И это, вы думаете, и это не первый случай. Вот здесь вот вы увидите ссылочку, где госпожа Скобеева также вынесла мозг российскому зрителю, показав совершенно другую там с непонятных пример женщину и указав, что это Елизавета II покойная. Там вообще просто беспредел. Это российское телевидение, которое просто обсирает, извиняюсь за мой французский, мозг рядового гражданина. Смотрите и наслаждайтесь. И слава богу, что у нас хотя бы битовое отключили. Что там по другим каналам, я не знаю, не смотрю телевизор, признаюсь честно. Но вас прошу написать в комментариях,
А показывают ли наши республиканские каналы, транслируют ли они, ретранслируют ли они вот эти вот соловьиные пометы и скобеевские экскременты? Мне просто интересно. Вы были на канале «Казахстан сегодня», с вами был Сула. Обязательно подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока, салам алейкум, аривидерчи.